Привет, с вами Зажигалочка. Сегодня отмечают день рождения два человека: парикмахер Сигита и ее клиентка, великолепная женщина Мария. Вечная красота и неподвластное время вдохновляют нас каждый день. Сегодня я хочу поделиться с вами невероятной и вдохновляющей историей, которая произошла в уютном городе Мадона, в прекрасной Латвии. Встречайте невероятную женщину, которой сегодня исполнилось 92 года. В этот особенный день она решила подарить себе нечто необыкновенное – посещение парикмахера. Ведь возраст – лишь цифры, а настоящая женская красота и ухоженность не имеют срока давности. Эта восхитительная дама всегда придавала большое значение своему внешнему виду и уверенности. Она знает, что красота – это не только внешний вид, но и способность светиться изнутри. И сегодня, в день своего 92-летия, она решила подчеркнуть свою неповторимую индивидуальность и радость жизни. Посещение парикмахера стало для нее настоящим ритуалом преображения. Наша героиня выбрала стильную прическу, которая сочетает в себе элегантность и современные тенденции. Каждый момент в салоне красоты был наполнен улыбками, разговорами и радостью. Ее оптимизм и энергия передаются всем вокруг, даря нам урок. Никогда не поздно заботиться о себе и выглядеть великолепно, независимо от возраста. Я уверена, что этот визит к парикмахеру станет важной частью в воспоминаниях этой удивительной женщины. Ее пример вдохновляет нас следовать за своими мечтами, любить себя и ценить каждый момент. Ведь женщина всегда должна выглядеть и чувствовать себя прекрасно, независимо от того, сколько ей лет. Расскажи. Сейчас ничего. Нравится прическа? Нравится прическа? Какая есть, мне вообще нравится. Девки, что мне теперь все нравится. Только перец я хотела как-то покороче. Как хотела, вот так вот. Еще раз придешь? Нет. Придешь, куда денешься? Уйти бы с такой прической. Уйти бы под землю. Прическу сделаем. Пусть эта история станет напоминанием для каждого из нас о том, что возраст – это лишь число, а настоящая красота живет внутри нас и светит сквозь любой момент нашей жизни. Да, спасибо. Видишь, как тебе красиво Сигита делает. Я вижу. Делитесь своими впечатлениями в комментариях и не забывайте вдохновляться друг другом. Помните, что невероятные вещи случаются каждый день. И одна из них произошла сегодня в Мадоне, в Латвии. Вот это хорошо, спасибо. Кликните лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизни. Ваша Зажигалочка. Апрельник. В апреле. У меня сын в апреле. Апрельский. Ну, очень спасибо большое.